Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по рублевому майнеру. Здесь нам бонус как бы и не дают никакой. Я сюда закинула 10 рублей. Хочу проверить его на вывод. У меня в данный момент на балансе 3 рубля. Еще начислено еще 2 рубля. Нажимаю «Собрать». Успешно. Так, перезагружаю страничку. Продолжить. Так, у меня 5,73. И здесь уже по умолчанию у меня тоже стоит сумма. Вот мой депозит 10 рублей. Я в такие, друзья, проекты много не закидываю. Потому что это инвестиционный проект. И чтобы не рисковать, ну а 10 рублей, в случае чего, мне, конечно, не жалко потерять. Нажимаю «Вывести». Так, баланс, так, ваш, выплачено на номер кошелька. Так, переходим на Pair кошелек. Я перезагружаю страничку. Так, 5,67, вот 6 августа. Потому что такая сумма крупная, она мимо почты, конечно же, пройдет. Дата операции 6 августа 2019 год. Перевод выполнен. Сумма 5,67. Pair у нас берет комиссию, как всегда. Доктор Кэш. Все замечательно. Платит. И еще я хочу по такому майнеру. Значит, здесь нам при регистрации дают бонус 100 рублей. Ну, там под мизерный процент тоже, друзья, он платит. У меня есть партнеры, кто без вложений уже прошло достаточно, я думаю, времени. Заходим, проверяем, выводим. Минимальная сумма на вывод. Так, минимальная сумма на вывод 1 рубль. Так, и я, история. Так. Начисления по депозитам. Я выводила отсюда. Сейчас я лучше вам на Pair покажу. Я выводила, значит, вчера, 5 августа, 4.16, вот этот проект, вот, как он, Quali Money называется. Так, вот, Quali Money. Так, и я еще выводила недавно. Так, я выводила 30-го, тоже 4.25. Так, вот, Quali Money. Также я выводила вот 30-го числа, перевод выполнен. Майнер платит. Так что заходим, проверяем и выводим. Тоже я сюда закинула 10 рублей, и вот у меня 10 рублей помаленечку все капает. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!